Здравствуйте, мои хорошие! Этот рецепт не требует больших затрат и всем доступен, только не ленитесь. Предлагаю очень хороший рецепт от болезни глаз. Он помогает полностью излечить такие заболевания глаз, как глаукома, катаракта, слезоточивость, близорукость, дальнозоркость и так далее. Рецепт простой и универсальный, опробованный на себе, когда у меня начало падать зрение. Я каждый год прохожу медкомиссию, работаю на железной дороге. И он же помог моей 62-летней маме. 2 года назад, к сожалению, слишком поздно, я заметила, что ее правый глаз полностью покрылся белым бельмом, пленкой, а левый тоже уже почти не видел. Врачи сказали, что катаракта. Я сама очень много читаю газет о здоровье, собираю все народные рецепты. Сразу сделала ей настойку из корня аира и календулы, продаются в аптеке. И она начала пить. В течение года выпила где-то 3 бутылки по 0,5 литра. Результат отличный. Белое бельмо на правом глазу полностью исчезло. Но так как глаз этот мертвый, он видеть, конечно, не стал. А левый прозрел и видит хорошо. Еще у нее стали теплые руки, а то были ледяные и лучше стали слышать уши. Эта настойка очищает и сосуды, а главное, излечился глаз, он видит полностью и хорошо. Вот и сам рецепт. Надо взять горсть аира и горсть календулы и залить 0,5 литра водки. Настаивать 12 дней в темном месте. Встряхивать можно не процеживать. Пить по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды. На курс в течение года надо выпить 4 бутылки. Можно настаивать все сразу. Чем дольше стоит, тем крепче настойка, тем лучше. И не процеживать. 1 бутылки хватает на 2 месяца. Перерыв между курсами лечения 1 месяц. Можно настаивать в литровой банке, а потом перелить. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!